Александр Градский о борьбе со стереотипами. Музыка белых, музыка желтых, музыка черных людей очень схожи между собой. О борьбе за искусство. Но ударе человека, да, 29 лет. Но они мне ноты порвали. И о самой тяжелой борьбе с лишним весом. Сейчас еще килограмм 15-17 надо убрать. А как вы убираете? Да не ем ни черта. Александр Градский. Вы меня что-то все время трактуете как какого-то тирана. Важная персона. Смотрите в субботу в 18:10.